Сотрудниками ДПС накануне было организовано городское оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Акция проводится в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, немалая часть которых совершается по вине пешеходов. Смотри, пожалуйста, где проходы дороги? Наушники тоже отдельно, аккуратно переходите, проезжайте через дороги. Там же есть специальные пешеходы. И вот проходить надо именно вот по пешеходным переходам. Видите, знаки стоят. В центре внимания акции – пешеходы, с которыми силы полка ДПС ведут разъяснительные беседы, где можно переходить дорогу, а где нельзя. Проблема неспроста вызывает озабоченность столичной госавтоинспекции. Как показывает статистика, более 50% всех аварий в Махачкале составляют наезды на пешеходов. С начала текущего года количество ДТП, зарегистрированных на территории муниципалитета, составило 139 случаев. В результате этих автоаварий погибло 11 пешеходов и травмировано 137 участников дорожного движения. Транспортные средства, которые не предоставляют именно дорогу пешеходов, то есть не предоставляют преимущество пешеходов, на них составляется административный протокол по статье 12.18. А также пешеходы, которые переходят проезжую часть дороги не в основном месте, то есть не пешеходного перехода, их тоже мы останавливаем, проводим беседу.